Ай. Вспомнить детство. А может, вы меня подтолкнете чуток? Да со всей силы ее толкайте. Короче, всем привет. Пришли кататься на лыжах. В общем, а документы с собой не взяли, чтобы в прокат взять. Вот. Сейчас я попозже. Ой, короче, ребята, ходите на горки кататься. Мы с Юлей решили покататься на тюбинге. Первый раз, на самом деле, это делаю. Глеб тухнет без меня. Да пусть стухнет уже наконец. Юн! Ну как тебе? Клево. Подниматься. Вот так, прокатился 2 секунды, а потом 5 минут поднимаешься. Очень весело. Что, давай я тебя отсюда поснимаю? Иди! Застряла. Вот он, этот ребенок. Юль, ты это в онлайн. Ну как ощущения? Что, еще? Да. Давай я тебя. Давай. Садись. Опять не так интересно. Я говорю, лучше вот там стоять внизу. И вот выйти со старта. А как садиться? Вот, да. Вот этот поворот, вы его так вот проведете. Еще раз пять? Ну как? В принципе, это хорошо. Какой-то спорт. Привет из Алматы тебе пришлют. Всем привет. Привет из Москвы. Пошли. Жалко, что тут нельзя на тебя. Может, я сяду сюда? А я тебе не хочу. Да. Весело же. Ребят, как много здесь народу на тюбингах. Какой-то... Нас двое. Популярная. У нас очередь. Сюда же. Отвлечение. О. А тут будешь снимать, да? А это где находится? Прикольно. Где? Ну, на самом деле, не особо круто кататься. Потому что очень маленькая горочка.
Вот, хочется побольше. Катаешься 2 секунды, а наверх поднимаешься 5 минут. Александр Матвеевич. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Вы как самый старший. Разрешайте этим милым девушкам прокатиться с той стороны? Конечно, но потихонечку. Для нас же разрешили с какой-то другой стороны прокатиться. Давай, катись, я тебя откуда? Снимаю. Откуда? А, вы ногами будете. Все, ну что ты меня уже снимала? По той покатишься. А, блин, давай ты. Там какая-то страшная горка, на ней еще никто не катался. Я сейчас ее покажу. Привет, привет. О, господи. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая горка. Она, правда, то, что короткая, но какая-то крутая. Мне кажется, на ней страшно. Я вообще хочу завтра на лыжах в Куртику кататься. Без толкача, так сказать. Да, да, да. Без толкача. Как-то так. Сейчас Юля будет первопроходцем, так сказать. Ты готова? Я да. Я да. Что ты поснимаешь? Нет, ты, нет, ты едешь. Да, давай, давай, давай. Так, два камикадзе. Не, я боюсь на самом деле. Как боитесь? Вы сказали, что она детская. Нет, она, говорю, короткая. Короткая? Да. А вдруг я вылечу? Нет, нет, нет. Юлю? Да, Юля у нас бесстрашная. Ей не жалко. А как, кстати, подниматься? Так же, да? Да, а, все. Это в Москве. А, блин, я еще разбиралась, здесь находится. А где это, эти горки находятся? Это Нагорная. А, метро Нагорная, да, точно. Я не толкаю, я просто чуть-чуть поправляю. Смотрите, сейчас. Аккуратненько. Ноги повыше. Так, аккуратненько. О, да нормально. Нормально. Да. Надо просто аккуратненько. А вот там все. Страшно, Юль? Блин. Что-то колбасит как-то туда-сюда. Запрет на горку. Что, плохо, да? Не знаю, она как-то вот так вот туда-сюда катается. Это уже американский купил. Это... Юль, ну как? Это лучше, чем та? Ну, я заметила. Короче, даже не знаю, кататься на этой горке или нет. Мы в Москве. Привет, Кара. Ой, цена какая? За час что-то 500 рублей? Да, аккуратнее буду. Давай. Господи. Это метро Нагорное. Тут еще катаются на лыжах, на сноуборде. Да, горки, кафешки, как на горнолыжных курортах. Сейчас, Юля. Крошка, ну что, ты скажешь? Твой выбор, горки. Вот это. Слушай, ну там вот так вот прям. Ну там, ну там, да, там чук-чук, скорости нету. На, попробуй. Давай. На той же? Да, на той поехали. Блин, я боюсь. Ну, она на горной. Риск есть, Кан. Но она очень, кстати, медленная. Да, она медленная, не страшно. Какие мы капризные. Медленно. На какой высоте вы были? Вот. Я видела, конечно, конечно. Вы вошли мимо. Конечно. А если мимо? Вот, возьму, давай, садись. А что, не разрешают тогда кататься? А если перекатите? Нет? Нет. А, да не надо, не надо. Ну, в смысле? Да ну его нафиг. Садись, она еще меньше, чем я. А вдруг я вылечу? Она не доделала. Записывайте на видео, да? Да. Запрещаю. Да. Нам запрещают кататься, мы нарушаем. Не бойся, он тебе все говорят. Потихонечку. Да никто не толкает. Потихонечку.
Дорогу смерти. Ноги только подними. Дорога смерти? Да нет. Мы на горке катаемся, на метро Нагорная. Медленно, да, нерабочая еще горка. Ну как? Не очень. Мы тоже рядом живем. Из окошка и увидели.